К другим темам. Деревья готовят к приходу весны. В Кирове началась сезонная обрезка веток у тополей. Деревья вдоль проезжих частей приводят в порядок рабочие зеленстроя. За их работой наблюдала Ксения Фрик. Всего за несколько секунд клен теряет свои ветки. Но таких деревьев по улице Пятницкой десятки. Бригада рабочих уже несколько часов производит омолаживающую обрезку. Все люди ходят в парикмахерскую. Также и дерево нуждается в обрезке. В частности, чтобы облагородить город, чтобы выглядело красиво, придать дереву форму. Стрижка деревьев в Кирове занимаются 3 бригады, а это всего 36 человек на весь город. Поэтому охватить все улицы удается не всегда. По плану каждый рабочий должен обрезать по 5 деревьев за день. Но только на одни клены, например, уходит большая часть времени. За этими деревьями 15 лет никто не следил. Сложности много очень с этим деревом. Сколько там с одного дерева у нас набирается газик сучьев. Так ведь это или маленькое дерево, где уже производилась обрезка, там как формовка, это уже быстрее. Все ветки рабочие вывозят на полигон. Благоустройством города они будут заниматься примерно до апреля, пока у деревьев не начнется сокодвижение. По плану стрижку продолжат в пятницу, 13 января, на улице Карла Липнихта, от Пятницкой до Мопра. Автовладельцев просят в этот день не оставлять машины на проезжей части. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.